на сцене ансамбль ударных инструментов, совместный проект учащихся детской школы искусств города Видное и суворовцев Московского военно-музыкального училища. Преподаватели: заслуженный деятель эстрады Украины Беленький Александр Григорьевич и Попов Геннадий Владимирович, концертмейстер Голышева Зоя Михайловна. Шигрин Бизе, Кармен Сюита, Тореро, Болеро, финал.
сожалению, выступление в номинации ансамбля ударных инструментов. Закончились жюри.